бы не хотелось отпускать Дарью со сцены, но да, на этом пока что сейчас все. Спасибо огромное за выступление. Дарья, это было супер. А мы приглашаем на сцену девушку, которая выступает у нас впервые. Наверняка волнуется, особенно-то при креативных таких конкурсах. Очень и очень ее поддержим. Прекрасная Мария Куликова! Просим! Тема нашего вечера творчества, Хмисла Лавана, и дня за два до этого я написала специальный стих, но стихотворение больше про то, как пишу я, как я вижу это творчество, и, наверное, каждому, кто пишет стихи, спрашивают люди вопросы о том, как ты вот сел и написал стих, как у тебя получилось. Я расскажу, как я это делаю. Я скажу вам очень честно, обнажив свои стихи, я не поэт и не писатель, у меня свои грехи. Я скажу вам очень честно, я не знаю ямб и дактиль, и далеко не безупречно знаю пустой характер. Но когда мне очень плохо, когда щемит боль внутри, от меня немного прока, я пролью на рану соль. Я расскажу, как это было. И разверну все, что внутри, от чего меня так крыло, насколько раны глубоки. Писать в тетрадь — моя болезнь. Неважно, сколько рифма в этом, мне не страшно вас задеть, ведь смысл прячется лишь в этом. Пожалуй, встану. Второй стих будет немного печальным, наверное. Но я люблю социальные стихи на темы, которые берут за душу людей. И стих будет называться... Я думаю, сами все поймете, не буду говорить, как он называется. Порчи иголками стеклянное небо завывает от боли осколками лета, кричащего всеми оттенками цвета, куски отрывает от жизни коллег. Ломает, что было, и то, что есть. Он порвал, перепутал прозрачную сеть, все грани свободы и все чудеса. Он желает закрыть навеки глаза. Заснуть в ясном сне и проснуться в аду, забыться в огне и вспомнить пару, когда он бегать умел, или смеяться, а сейчас ему всю жизнь в коляске кататься. Когда он чувствовать мог счастье родных, а сейчас он не мой, он и слепых. В его тлеющей душе раздается лишь крик, его бедный, расстроенный, отчаянный лик. Мольба о пощаде, о чуде, что будет, ведь только Бог справедливо нас судит. Он влюбляться умел и цветы нам дарил, клялся в любви, всегда радостен был. Почему же святого наругали нечестно? В мире и так злодеем уж тесно, ведь того человека убивает страдания. А знаете вы, что такое отчаяние? Это когда родных потеряешь, и себя потихоньку больно ломаешь. И понимая, что их больше нет, ты все стремишься к ним на тот свет. А больной человек вечером едет по улицам тихим, о своем он все грезит, бедный, несчастный. С порвавшейся курткой, с тлеющей надеждой едет по окуркам. Его крошечная надежда совсем плохо светит, но он пытается жить и медленно едет. Ночью холодной он наполняется пустотой. И в эту пустоту он вникает душой и хочет узнать, что творит за той занавесит тайн с необыкновенной средой. Теперь пустота — его среда обитания. И через нее слышно рыдание, плач старого деда с морщинистым лицом и на руке золотым обручальным кольцом. Сквозь серую дымку, сквозь едкий туман просвечивается жизнь, сложный капкан. Черные стены, и через столько лет вместе со всем этим живет брошенный дед. А теперь оглянитесь, посмотрите на мир. Видите, что сейчас и каким раньше он был?
Но брошенный дед мир весь прощает. И только человек человека понимает. У меня очень любит одна сестра, я не хотела именно писать именно его, но моя сестра очень его любит, и я думаю, что именно ей я его посвящу. Я больше не буду плакать и кричать уходящим вслед, что без них мне остается падать 100 долгих мучительных лет. Я больше не буду плакать, не вспомню гнилых людей, от которых остается слякоть, от которых тошнит сильней. Я больше не буду рада каждому приходящему вновь. Слишком большой осадок остается от новичков. Я больше не буду верить, один раз посмотрев в глаза. В них могут оказаться звери, которым верить нельзя. Спасибо большое. Ладно.